Отчетность США выходит как из рога изобилия. Каждый день 3-5 отчетов крупнейших компаний публикуются, и просто не всегда есть время почитать. К тому же барагозит еще и мистер Трамп. Он как в первый день, в понедельник, вышел на рабочее место, тут же подписал закон о выходе из Тихоокеанского партнерства. В итоге товарищи из Таиланда, откуда там еще, с Австралии, Новой Зеландии, видимо, там еще тусуются товарищи из других азиатских республик, где вы любите отдыхать зимой. В общем, они в негодовании. Буквально полгода назад Обама пришел, подписал это партнерство, но еще не успели ратифицировать, как Трамп из него уже вышел. Вот. В итоге непонятки, плюс Чубайс, будучи в Давосе несколько дней назад, заявил, что все чего-то боятся. Видимо, боятся того, что вытворит Трамп. Ну, а на это реагируют как рынки. Американские рынки вчера, NASDAQ на исторических максимумах, все хорошо, все чудесно. Трамп обещает снизить налоги для корпораций. Это, естественно, хороший знак, если это произойдет. С одной стороны, потому что снижение налогов в США придет к тому, что компании будут больше вкладывать внутри страны, разгонять ВВП. С другой стороны, уменьшены налоги, больше акционерам, то есть больше нам с вами. Это с одной стороны. С другой стороны, понижение налогов вызовет увеличенный дефицит в госказне США. А как мы с вами знаем, что долг США является самым большим в мире. Сколько помню, порядка 19 уже триллионов долларов. И это не значит, что завтра Америка рухнет. Нет, конечно. По отношению к ВВП это всего лишь чуть выше 100%. В России, по-моему, в районе 20 или 25. А суть не в этом. Суть в том, что если государство не добирает налогов, значит, им приходится больше заимствовать. Больше заимствовать, больше госдолг. А будущие проблемы становятся все явнее. Но, с другой стороны, мы знаем, что Федрезерв может напечатать свежих, хрустящих долларов, и все будет шикарно. Поэтому давайте мы перейдем уже, наконец-таки, к тому, что у нас сегодня есть. Это американские акции. Посмотрим, что интересного из отчетов нам может пригодиться в нашу корзину. Итак, поехали. Итак, интересная новость вышла. Поссорились две компании. Компания Apple у нас в технологичном секторе и компания Qualcomm, крупнейший производитель чипов. Но если Apple от этого скандала, скорее всего, только выиграет, и, судя по всему, акции именно это и показывают нам, то Qualcomm, к сожалению, обвалился. Вот мы видим вот такую динамику вниз. Черти почти достали до моей точки покупки в этой компании. Но суть в чем? Открою новость. Где же они, товарищи? Вот они. Значит, Apple хочет засудить Qualcomm и получить миллиард. За 1 миллиард долларов. Суть спора заключается в том, что товарищи из Apple посчитали, что Qualcomm гнусная компания, которая хочет нажиться на бедной и несчастной Apple, требует с них, помимо стоимости самого чипа, еще и чтобы Apple отчисляла с каждого проданного iPhone деньги в государственный бюджет Qualcomm. В итоге Apple хочет послать к чертям Qualcomm, видимо, еще деньжат хочет с них стребовать. В общем, не очень хорошая ситуация. Тем не менее, для нас, как для акционеров, я уверен, что все закончится хорошо, найдут они точки соприкосновения. Поэтому у нас на радаре компания Qualcomm. Мы чуть позже будем ее смотреть. Сейчас неплохая цена для захода. Сейчас и, возможно, чуть позже, если вдруг, я просто надеюсь, что американские площадки начнут падать, и мы сможем по дешевке скупить все компании. Значит, Qualcomm — это крупнейший в мире производитель чипов для телефонов. Я уверен, что если вы пользуетесь такими брендами, как Samsung, HTC, в общем, все, что построено на Android, то у вас, скорее всего, стоит Qualcomm-овский чип. И компания. В чем она нам интересна, компания? Давайте я покажу. Хотя отчет выходит сегодня после закрытия торгов. Как раз сегодня выходит отчет Qualcomm. Отчет предыдущего квартала был очень неплохой. Сама компания выглядит очень-очень неплохо. Единственное, что засранцы нарастили долг последние пару лет.
Это мне не очень нравится. С точки зрения коэффициентов наших, это P на E у нас 14. Не так уж и дорого на самом деле. Forward P E 11, то есть за 11 прибылей в будущем году будут продавать компанию. То есть с точки зрения оценки, компания относительно американского рынка не очень дорогая. То есть такая вполне нормальная для покупки. Очень много сейчас, я не буду все коэффициенты здесь смотреть. Для нас важна вот такая вещь, как дивиденды. Дивиденд, значит, в 2017 году будет порядка почти 4%, 3,86%. Кто-то из вас сейчас плюнет прямо в экран своего монитора, скажет, что это за гнусные мелкие проценты. Но напомню вам еще раз, что все-таки платит она в долларах, и 4% для компании, которая постоянно повышает свои дивидендные выплаты, очень неплохо. Не смотрите на ближайшие 3 месяца, смотрите на ближайшие 5 лет. Мы видим, что, ну, по крайней мере, последние 5 лет рост дивидендов был порядка 19% в год. То есть со скоростью 19% в год растет дивиденд. А выплачиваю сейчас так называемый коэффициент выплаты от чистой прибыли составляет 53%. В принципе, очень неплохой. То есть дивиденды пока защищены. То есть очень неплохая компания с точки зрения дивидендного инвестирования. Чуть позже выйдет отчет. Я думаю, на следующей неделе мы рассмотрим эту компанию отдельно. Хорошо, поехали дальше. Что у нас сегодня еще на ужин? Значит, Макдональдс. Ваш любимый Макдональдс. Вот его график справа. Начиная с 2012 года, находится он на максимумах, ну, вблизи исторических максимумов. Кстати, исторических ли? Давайте посмотрим побольше. Лет так за максимум. Смотрите, акция стоила в 86 году. Там, по-моему, перекупили они чуток акцию. В районе 110 долларов она стоила. 100-110, да. Но, тем не менее, исторический недалеко от исторических максимумов. Что здесь можно сказать по отчету? Значит, отчет вышел так себе. С одной стороны, давайте я прям новость покажу, чтобы вам было интересно смотреть. Значит, в чем суть этой новости? Значит, в Америке гамбургеров стали продавать меньше, вот, а в мире больше. Вот так гласит отчет Макдональдса. Суть заключается в том, что если вы были когда-нибудь в Америке или когда-нибудь побываете в этой стране, не ходите в Макдональдс. Потому что есть то, что продают в Макдональдсе в США, ну, нам не очень, нам гражданам СНГ не очень нравится. Мне кажется, они продают там какую-то труху, совсем труху. Потому что на вкус еда в Макдональдсе в США крайне сильно отличается от Макдональдса в России. Может, мы привыкли, конечно, с 90-х годов, да, и нам кажется, что в Макдональдсе готовят вкусно, да. Но с другой стороны, когда берем два гамбургера, они будут разные по вкусу в США здесь. Поэтому для меня неудивительно, почему в Штатах народ перестал ходить в Макдональдс. Но если вы побываете, опять же, в Штатах, вы посмотрите, а кто ходит в Макдональдс. Если у нас, вот, знаете, был на прошлой неделе в городе Звенигород, это в Московской области, и если вы посмотрите, МакАвто подъезжают автомобили, прям, ну, Mercedes S-класса, Mercedes ML какая-нибудь там, BMW пятерочки старенькие, лет по 5. Ну, то есть, контингент в такой средний класс и выше в основном. В США, если вы подойдете, посмотрите, кто подъезжает к Макдональдсу, это как раз-таки наоборот, ниже среднего класса. Вы нередко видите там бомжей, которые где-то в уголку сидят и едят. То есть совершенно другие два мира. Макдональдс мир, то есть глобальный, и Макдональдс США. Хотя для Макдональдса ключевой является как раз-таки американский рынок. Поэтому, господа из Макдональдса, если вы смотрите, вы должны понять, почему у вас так все плохо с продажами в США. Поехали дальше. Следующая компания – это Verizon. Verizon – это телекоммуникационная компания. У нее вышел отчет вчера. В чем суть этого отчета? Так, Verizon у нас нету. Давайте откроем Verizon. Да. Откроем Verizon. Значит, кто такой Verizon? Verizon – это, по сути, наш российский МТС. Ну, если так совсем сравнивать широкими мазками, значит, Verizon занимается тем, что он предоставляет связь как мобильную, предоставляет
интернет, то есть основное его это интернет, за счет чего он вылез. Хотя у нас МТС тоже предоставляет интернет, но это все-таки больше в Москве. Это МГТС, джипоны и прочее. Verizon это более глобальный для США. И в чем интерес для нас вообще Verizon? Verizon очень крупная компания, по-моему, в районе 250 миллиардов долларов. Сейчас мы его посмотрим. И суть этой компании заключается в том, что она платит хорошие дивиденды. Так, да, market capitalization 200 миллиардов. Она платит хорошие дивиденды. Дивиденды составляют на данный момент порядка при текущей цене 4,5%. Сейчас второй человек плюнет в монитор, скажет, что это за 4,5%. И будет неправ, потому что 4,5% это сейчас. В следующем году будет 4 и... сколько же будет? Где-то 4,7. В следующем году потом 5 и так далее. В чем суть американских компаний? В том, что они костьми лягут, но будут выплачивать вам дивиденды. Не сравниваем мы с нашим... российскими компаниями, у которых дивиденды, это, знаете, так, типа, выплатили миноритариям и, типа, отвалить от нас. Ну, типа, на тебе подачку, косточку. То есть здесь все-таки устроен так мир, что здесь стараются работать на акционеров. Безусловно, Америка не рай, и там хватает полно своих товарищей, которые хотят много денег заработать, но, тем не менее, для акционеров выделяют большую часть. Вот. Телекоммуникационный сектор, такой же, как и в России, он, ему расти некуда. Да? То есть МТСу расти пока некуда, Мегафону расти некуда, Ростелеком на госденьгах там пытается как-то выжить. Тем не менее, если мы говорим про Verizon, то здесь компании тоже, так же, как и в России, развиваться некуда, но и даже повышать тарифы им крайне невозможно здесь, потому что с точки зрения стоимости абонентов в США приходится порядка 50 долларов на это средний чек с абонента. То есть наращивать уже крайне сложно. В России 5 долларов, в США 50 долларов. Если в России еще МТС теоретически может куда-то расти, да, то есть она может еще там в два раза поднять свою стоимость и в принципе будет тоже в нижней части мировой оценки звонков, то Verizon расти уже некуда. Поэтому что Verizon, что AT&T, это, кстати, отчет выходит завтра, на следующей неделе мы поговорим про эту компанию, это два таких гиганта телекоммуникационных, которые сейчас скупают все, что только можно, чтобы хоть как-то попытаться вырасти. Мне кажется, им проще деньги в облигации положить, больше отдачи будет. Итак, значит, Verizon, компания, к сожалению, отчиталась не самым лучшим образом. Выручка постепенно падает, прибыль постепенно падает. Verizon пытается нащупать, где же ему остановиться. Если вы хотите, опять же, стабильные дивиденды, пока Verizon один из тех вариантов, которые вы можете использовать, наравне с AT&T. Хорошо, поехали дальше. Следующая компания, которая у нас сегодня идет, это Johnson & Johnson. Я уверен, что, пожалуй, наверное, это лучшая компания за сегодня, потому что Johnson & Johnson, я думаю, вы знаете хорошо эту компанию. Она производит потребительские товары, медицинские изделия и фарму. А фарму – это всякие таблетки и пилюли. Значит, если потребительскими товарами все понятно, я уверен, что вы хотя бы раз в своей жизни использовали Johnson & Johnson, какой-нибудь крем, какой-нибудь лосьон, какой-нибудь, не знаю, там, против загара, какое-нибудь молочко, какой-нибудь гель для душа, какие-то там салфеточки гигиенические. С этим, я думаю, ну, либо вы, либо ваши жены, матери точно использовали. То вы вряд ли знаете, что Johnson & Johnson, помимо всего прочего, еще производит различные компоненты для хирургии, высокоточное оборудование. Johnson & Johnson производит еще и таблетки, которые помогают в иммунитете, которые помогают в... как же это правильно это перевести, это кардиоваскуляр, сердечно-сосудистые, metabolic disease, это пищеварение, ну тут еще, видимо, еще есть, я уже не помню. Ну и, конечно же, не забываем, что Johnson & Johnson в 1960 году
новый препарат по лечению шизофрении изобрел. Это вот для тех, кто будет гадости писать на канале YouTube. Вот я вам советую принять таблеточку Джонсона & Джонсона от шизофрении. Что ж, что говорит нам сама компания? Давайте откроем ее показатели Johnson & Johnson, чтобы вы все это хорошо понимали. Значит, во-первых, ну, P на E у нее, конечно, не маленький, 1978, но компания того заслуживает. Ну, во-первых, что мы видим? Ну, дивиденды не самые высокие, порядка 3%, около 3% выплачивает компания, но компания очень стабильна. А, во-первых, что хочется отметить? Очень низкий уровень долга, cash to debt. То есть мы видим, что отношение денег к долгу 1.5. То есть мы берем кэш, допустим, 100 рублей, и долг 50 рублей. Делим кэш на долг и получаем там 2. Вот здесь у нас 1.5. То есть все хорошо. Финансовая как бы стабильно, хорошая компания. Дальше мы видим, что у нее плавно, постоянно растет выручка в компании. Мы также видим, что если есть так называемый операционный денежный поток и свободный денежный поток, то мы видим, что у компании постоянно есть свободный денежный поток, который очень близко к операционному денежному потоку. Это очень хороший показатель. Если мы откроем отчетность за последние 15 лет, то мы видим, что выручка на одну акцию постоянно растет. С небольшими, как говорится, отклонениями, но растет. Теперь еще один момент. Это, конечно же, сейчас вам покажу. EBITDA на акцию. Знаете, у нас наш любимый с вами EBITDA. В России почти все компании просто обожают использовать именно этот коэффициент. Но пока у меня тут подгружается, вы сами можете видеть, что EBITDA, начиная с 2002 года, была 3,64, потом 3,9, 4,9, 5, 5,6, 5,6, 7, 6,8, 7 и так далее. И сейчас она составляет 8,47, исходя из trailing 12 months. То есть EBITDA постоянно растет. Постоянно растет в течение уже многих-многих-многих лет. Далее. Что еще мы можем здесь сказать? Еще. Сейчас я покажу. Дойдем до income statement. Значит, выручка. Выручка компании, к сожалению, последний год несколько стагнировала. Но если смотреть за годы до этого, вы сами видите, как растет выручка. Если в начале 2000-х годов выручка была где-то в районе 28 миллиардов, то сейчас это 70 миллиардов, что очень неплохо для компании, которая уже была крупной на тот момент. Чистый доход компании, мы видим, постоянно увеличивается. Лишь последние вот пару лет чуть-чуть идет стагнация. Но тем не менее, мы смотрим длинные тренды, вы сами видите, что прибыль из года в год растет, лишь последний год дает немножко отдохнуть. Компания, мы будем еще, опять же, рассматривать отдельно Johnson & Johnson, чем хорошая компания данная. Ее очень любят старики в США. Есть специальные программы в США, когда дивиденды реинвестируются. То есть вы заходите в раздел для инвесторов в брокере и подключаете программу, при которой все выплаты дивидендов, допустим, по Johnson & Johnson, тут же реинвестируется, то есть идет покупка акций. То есть если этих дивидендов хватает, чтобы купить как минимум там одну акцию, на это эти акции покупаются. И опять же говорю, не то что старики, вот люди где-то, наверное, за 45, за 50 лет, они многие подписаны под эту программу. Они настолько любят Johnson & Johnson, что готовы вкладывать в нее каждый месяц стабильный капитал. То есть знаете, как у нас в советское время вкладывали там на сберкнижку, то здесь люди любят Johnson & Johnson. Действительно хорошая компания, которая стабильно растет и которая может быть интересна вам. Плюс, конечно же, не забываем, что Johnson & Johnson каждый год повышает уровень дивидендов. Прошу прощения, закрыл все. Итак, последняя компания – это Alibaba Group. Alibaba Group вам известна господином Джеком Ма. Он выступал у нас на Петербургском экономическом форуме. Ну, Alibaba сейчас проникает, в том числе, в Россию. Очень многие люди сейчас заказывают товары прямо из Китая непосредственно через сайт Alibaba Group, через сайты, которые контролируют Alibaba Group. Ну и в Китае, как мы знаем, ВВП, насколько я помню, в 2016 году сейчас вырос
на 6 там, с копейками процентов. Китай до сих пор развивается, люди покупают все больше и больше товаров, ну и Alibaba является лидером в Китае, поэтому у них там все хорошо. Если говорить по последний квартал, то Alibaba прибавил квартал к кварталу 50% к выручке, что очень и очень неплохо. Но если мы просто глянем на показатели, то мы можем видеть, что, правда, PE показатель, да, отношение чистой прибыли к цене, то есть к капитализации, 51. Вот PE 51 вы наконец-таки увидели. Я не хочу вам показывать Facebook, я не хочу вам показывать другие, такие как Twitter, а там PE более космические. Тем не менее, в следующем году мы ожидаем, что PE упадет вдвое до 23, потому что компания старается зарабатывать больше и больше и больше денег. Посмотрите, если мы посмотрим финансовые отчеты за последние годы. Во-первых, выручка на акцию ежеквартально, прошу прощения, в данном случае здесь растет. Каждый квартал все выше, 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 выше. Теперь показатель так выручки на акцию вот он, растет бесконечно. EBITDA на акцию удваивается каждый год. Видели, да? 2, 4, 4, 5, 6, 20. 42, 2,5, 5 и 4. Ну и, конечно же, сейчас мы опустимся до выручки. Посмотрите, вот это надо видеть. Вот это надо видеть. Выручку. Выручка. Да, то есть огонь, просто огонь. Чистая прибыль, единственное, они сейчас ее вкладывают, то есть капитальные затраты пошли. Чистая прибыль будет в этом году меньше, чем в прошлом году, где она достигла. Да, вот у них год заканчивается в марте, видимо, китайский Новый год. В марте заканчивается у них год, и они заработали в прошлом году 10 миллиардов. В этом будет заработать чуть меньше, но не потому, что все плохо, а потому что вкладывать приходится много. Тем не менее, компания растет, компания неплохая. Если вы, конечно же, смотрите лет так на 5, 7, 10 минимум вперед, Alibaba неплохая вариант для покупки. Если вы смотрите на ближайшие там, год-два, возможно, не самый лучший вариант, потому что при PE 50 покупать компанию как-то не очень, правда, хочется. Но, опять же, долгосрочно, компания очень неплохая, растет хорошими темпами и так далее. Что ж, на сегодня, наверное, все. И так уже много времени, я стараюсь сделать наши выпуски покороче. Мы познакомились с такими компаниями, как Макдональдс. Вы наконец-то узнали, что есть в Макдональдсе лучше в России, а не в США. Мы познакомились с компанией Johnson & Johnson, которая выглядит очень неплохо и растет постоянно. Мы с вами поговорили про компанию Verizon, которая выплачивает почти 5% в виде дивидендов, но ей некуда расти, как компания МТС. Ну и мы поговорили про Alibaba Group, которая не платит никаких дивидендов, у которой PE 50, и которая интересна, но только для долгосрочных инвесторов на данный момент. Ваши вопросы и предложения я читаю. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Если вы хотите получать данное видео раньше, чем оно выходит на канале YouTube, иметь преимущество перед покупкой других компаний, то подписывайтесь ниже, оставляйте свой email, и я лично буду запаковывать это письмо и отправлять вам. С вами был Дмитрий Черемушкин. Увидимся на следующей неделе. Счастливо. Пока.